И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Все так же на острове, все так же по стопам первопроходцев. Надо бы не забыть, как я это сейчас сказал, и сделать такой плейлист. По стопам первопроходцев. Ну, почему бы нет? Короче, за кадром я мало чего сделал, но я, что самое главное сделал, я засеял агрокультуры, то есть, ну, такие нормальные агрокультуры. Там по два удобрения, и здесь у меня все ручками закинуто. Так что все хорошо. Это чего пока что не нужен. Нужен будет, это уже другой вопрос. Нужен будет ли? При добыче большого количества дерева с соломой вообще заморочек нету. Здесь у меня металл весь пережарился. Отлично, я его уже убрал. Также я сделал себе бур. Очень полезная штука, когда ты таскаешь что-либо и хочешь таскать еще больше, раза в два. Так, музыка. Да, 2%. Также сделал штурмовую винтовку, которую кусок говна, все так же я не изменял о нем свое мнение. Снайперская винтовка, которая вполне неплохо, но тоже как бы ломается, бла-бла-бла, все дела, в общем, в плане урона только против людей. Ну, бинокль это я уже делал, если не ошибаюсь. Да и, пожалуй, все. Сделал платформу. И, о, вспомнил, для чего мне нужна была цементная паста. О, это моя собака кричит. Кто-то пришел. Вспомнил, для чего нужна была цементная паста. Здесь у меня стоит станочек. Станочек. Ай, ладно, давай. А, не, подожди, она не здесь. Сделал станочек, потому что бур делается только в нем, да и в целом не помешает. Здесь у меня киблобарка, на другое не хватило. Хотел сделать кукит. А, вспомнил, для чего я хотел сделать кукит. Хочу показать то же. Так. Почти угадал. Вот этих нужно 4 штуки. О, хватает ресурсов, все огонь. Искал кого завалить по округе. Ну, проще говоря, хитин кератин добывал. И увидел праздничный дудо. Я не знаю, какого фига они вообще здесь бегают. Видать, что-то где-то пошло не так, и они стали спавниться. Вроде бы никаких праздников-то и не предвидится. И именно только сегодня они начали, кстати, около дома, главное. Вот, с них эти тортики выбил, хотел сделать кукет, но не хватило цементной пасты. Industrial cookit. Кукер. В общем, цементная паста у меня беда. И поэтому нужно больше, отлично, больше скорпионов убивать. Да, с них дофигища цементной, вот, точнее, хитина дропа яйца. Но тут как бы другая проблема. Я не могу их найти в нужном количестве. И первое, что мне приходит на ум, это реально пещера. И, кстати, около... То есть в секвойке там где-то находится пещерка, прям недалеко она. И, собственно, там должны бегать скорпионы. Ну, собственно, сделаем два дела сразу. Во-первых, я поставлю там плашку телепорта. Даже три, получается, дела. То есть я поставлю платформу для добычи. Древесного сока вспомнил. И поставлю телепорт туда, чтобы я мог туда-то пыхаться. Ну и, конечно же, это будет рядом с пещерой. Сейчас еще только вспомню, где она находится, но это уже другая проблемка. Ладно, давайте-ка поищу лучше. Я думаю, это будет надолго. Немножечко подрасчищаю территорию. Практически сразу нашел, я потому что помню, что я здесь очень сильно плутал. И сейчас практически сразу нашел. То есть прям вот по вот этим попубольным воспоминаниям нашел эту пещеру. И, как мне помнится, я всегда вот на этом дереве делал платформу. Что, собственно, сейчас и сделаем. Так, ниже нельзя, только вот здесь-то. И... Опачки. Отличненько. Так, и сразу же мне нужно краники.
Кроники. Два. Три и четыре. У S-плюсовских... О, кстати, дерево. У S-плюсовских краников проблема. Краники. Ладно. У S-плюсовских кранов проблема... Я забыл, что это секвойное дерево. Я его хотел просто убрать, чтобы оно не мешалось. У кого-то... У кого-то теперь запас дерева надолго. Блин. Так вот, о чем я, кстати, говорил про бур. Допустим, вот 1900 веса, берем бур. И вот я могу ходить. Почему? Потому что 600 веса стало. Бур очень сильно уменьшает вес, и хоть добыча ресурсов у него, кстати, хуже. И, кстати, Диди Курус там мне столько камня налутал, это просто ужас. О, огонь. Вот, так что Диди Курус для камня все-таки посяве будет. Ну вот. И, собственно, вот, бур берешь в руки и спокойно можно ходить. Так вот, о, они справили этот баг, слава богу. У него был баг. Пока не заглянешь вовнутрь, он не лутал этот. То есть ты вот его ставишь, ты можешь уйти. Это работало, кстати, на серверах, в чем прикол. Не на локалке даже, а на серверах такой баг был. То есть ты его ставишь, улетаешь, ты можешь там через день реальный прийти, а там ничего нету. Почему? Нет, не из-за того, что залутали, а из-за того, что ты в него не заглянул. А после того, как ты заглянул, у него сразу же начинает добыча происходить. А, ну, в общем, потихоньку-полегоньку начало все это дело происходить, что очень даже хорошо. Здесь ставим телепорт. Сразу же, давай переименуем его. Дерево. Ну, как бы тут тяжело, так сказать, ошибиться. Что это за дерево? Так. Сделаем так. Телепорт. Да. Скаргентави здесь сидит. Также нужно будет, я думаю, спуск сделать на лебедке. Сейчас, кстати, вот смотри. Если я убираю его, вы перегружены, хитрите колотить. Почти 2000 веса. И такой. Да ладно! И пошел. Что нам кабанам? Вот. Да, ну дерево зато теперь у меня много. Отличненько. Так, сейчас браузер закроем. Я просто его открывал на всякий случай, чтобы этот посмотреть координаты. В итоге, пока летал туда-сюда в поисках координат, а как я искал координаты, то есть вот так включаешь и смотришь по координатам, где что, потом смотрю, о, вход в пещеру, блин. Да. Вот так и сказал о том, как я вход в пещеру нашел. Кстати, да, поставил здесь на пережарку мясом, потому что оно начало заканчиваться. Ой, надо еще флягу сделать, блин. Создаем фляжку. Идем к... А к какому станку идем? К тебе? Или не к тебе? Не к тебе. Вот к тебе идем. Закидываем. А, нужна фляжка с водой, что ли? Но у меня не проблема, у меня здесь есть. Чё куда? У меня эти бурдюки там остались. Я их создавал для того, чтобы сделать энергетический. О, точно, вот он. Отлично. И теперь это... Бесконечная бутыль воды. В общем, да, тоже. Это еще один плюс. Реально, с этого мода что-то только один плюс не работает. Это этот...
ускорение на седлах. Не знаю, почему оно не работает. Такая проблемка. Так, ну чё, в пещерку. Да. Надо бы запомнить, где это находится. Еп. Кстати, я так быстро прогрузился, необычно. Так, и что сразу же хочу сделать? Угу. Ой, да ладно! Противогаз, что ли, нужен? Сразу со входа здесь противогаз нужен. Ну что за нафиг? Ладно. Сейчас вернемся. Короче. Черный жемчуг я не нашел. И в этом основная моя проблема с противогазом, но попробуем вот это, потому что там написано типа кислородный баллон. Все равно там может. Или там полный костюм нужен был. Да зачем полный костюм? То есть, ну прям вообще разницы никакой нету, что то, что это. Что то говно, что то говно, да, как говорится. Ладно, в любом случае, что я хочу? Я хочу... Так, нужно свет включить. Я хочу проверить, здесь вообще кто-нибудь есть или нет. О! Жара! Сколько москитов? Сюда надо на это идти. На жабке. На жабке, на жабке сюда нужно идти. Вообще будет огонь. Еще и отравление заработал. О, стрекозки сактивировались. Да. Столько урона вносят, что... Песос. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Да. Спасибо. Нифига себе, вы там видели, у них 300 левела. О. Но меня радует то, как погружается карта. Прям пью-пью. Пью-пью. Еле тут жопу унес, потому что что? Правильно. Ой, мать твою, за ногу. Ты что, серьезно что ли? Я еще от пещеры не отошел, а вы уже тут на меня атакуете. У меня всю броню поломали, хотя она была только в половину поломанная, но у меня уже поломали всю броню. Не-е-е. В пещеру я точно даже не буду пытаться, скажем так, в соло идти. Только на Дина. Ой, ты ж нифига себе. Правление еще схлопотал. Ужас. Ужас. А чё хоть отравление-то? У меня там чё? Все нормально, нормально. С ХП восстанавливается на столе, пофигу. Ну, бронь всё попереломали, это, конечно, да. Ну, ладно. А в любом случае, скуба костюм это... лишним не будет. В смысле, акваланг. Так что... нормально. Но в соло я точно не смогу там пройтись. Кстати, да, из Гесперониуса же завалил. Пока бегал. Ужасно. Значит, пойдем искать саблезубика. Саблезубика пойдем искать, только надо шмотки починить. Не кисло, так огребся. Или все-таки волков. У волков же там... куда я приперся? Рефлексом. У волков идет волчин, ну то есть инстинкт стаи, да? То есть у них дополнительные это, но их нужно троих. А саблезубов нужно два. То есть самца-самку, но нужного левела. И в этом-то и проблемка. Ладно, сейчас подумаем, что нужно, кого поискать. В общем, перед тем, как отправиться, все-таки решил почитать вики. И, в общем, саблезуба... называют... О, вот они волчата. Саблезубы называют мощным, ну, скажем так, мощная боевая единица и имеет седло, все дела и все хорошо. Если бы, допустим, у меня было бы седло, то проблем бы у меня с этим не было. То есть хорошее улучшенное седло, там легендарное, допустим, седло, то вообще было бы все огонь и все замечательно. Но волки
Там так и написано в Вике, что волки, они не имеют седла, в чем плюс, но и, соответственно, получают больше урон, нежели саблезубы. Там так и написано. Но благодаря увеличенному здоровью они получают, ну, то есть они немножко это дело все компенсируют. И реально, просто статью ни разу не читал, это, до этого все было из личных ощущений, и в целом личные ощущения мои сходятся вместе со статьей. А это означает, пойдемте поищем этих и тех. Посмотрим вообще, какого левела будут, благо они, скажем так, обитают в одних и тех же местах практически. Лютоволки в основном вот на этой горе. Да, лютоволки на этой горе, а сайбертусы, ну вы поняли, саблезубы, находятся на горе чуть ниже, правее. Вот, то есть как бы поискать и там, посмотреть, какие левела у них вообще есть, и уже томить. Но сомневаюсь, что будут большие левела, так как территория не чистилась. Единственное, что мне приходит на ум, так как я на локалке, это завалить всех диносов и всех диких и обнулить им респаун. Вот это, кстати, поможет. Единственная проблема, пока еще единственная проблема, такая маленькая проблема. Когда последний раз так делал, это было дофига сколько лет назад, что-то пошло не так, и мои диносы тоже исчезли, те, которые притомил. Да, то есть все осталось, а диносы полностью обнулились. Вот как-то так. То есть, скажем так, очень даже фиговый опыт у меня в этом плане. Но я смотрю, прям левла у них настолько ничтожные, что просто ужас. Просто реальный ужас. А у меня зависло. Это чё сейчас было? Слышь, игра. Нифига себе. У меня сейчас просто она жестко прям зависла. Я такой, а чего? Какого фига? What the fuck? Сейчас было. Реально. Ну вот, смотрите, сколько лютоволков, и они все говно. Ну прям, ну. Ну, единственное, что там, 80-й что ли был? Или мне показалось. Где тут? Вот, 80-й. Единственный из всех вот этих вот, он хоть какой-то адекватный. Но! Да, я понимаю, что остров здесь, извините, попробую хотя бы сотку найти. Но, блин, мне их надо троих таких. То есть трое это трайб, и на самом мощном я буду сидеть как бы в фак. Твою мать. Это че ж было? Че оно так в этом месте лагает? Пещера что ли здесь? Ну, она какого фига должна продолжаться-то? Ну вот 72-й, допустим, да. Но они маленькие. Они же будут распердехиваться вообще прям на изи. И что, реально пещера? Какого фига так у меня здесь так лагает? В этом месте. Как будто прогружается пещера. Я просто не помню, где ледяная пещера здесь находится. У меня обычно. И, кстати, да, я здесь еще не летал. И у меня обычно, где пещеры, там начинает разлагиваться по-жесткому. Не знает. Но говно. Говно реальное. Короче, что сейчас делаем? Все-таки. Возвращаемся на базу. Где-то там. И будем пробовать обнулить респаун. Ну, вводим дестрой или дино просто нужно было. Так, надо было около. Так, ну, давай, короче, и то сделаем. Destroy while dino. Пока что вроде как мои живые. Это хорошо. Это хороший знак. Мои дины не исчезли. Я там, наверное, тогда прописывал all дина,
В этом-то была проблема. И, кстати, надо было, по сути, этот респаун давно уже перезапустить. Блин, вот ненавижу этот период, когда темень странная, светло и темно. Сейчас надо кого-то найти и запустить эту команду. Еще раз. Чтобы я точно убедился, сработала она или нет. Вот. Паразавр. Ага. Отлично. Вот, дофига диносов. Destroy Wild Dino. Не работает. Окей. Ладно, давай. А, есть бинос все-таки. О! О! Бинос сработали! Отличненько! Все, значит, они перезапустились. Сейчас будет по новой спавниться, а значит, мне надо по земле. Ну, по этой. По зимке летать. И искать. Нужно у меня левла. Да. А когда уже найду нужный мне левел, то начнем томить. Все-таки будем лютоволков томить. Люблю волчат. Саблезубов тоже люблю, но когда у них есть хорошее седло. Прям обожаю, когда у них есть хорошее седло легендарное. Прям лучше саблезубов нету. Так. Прогружайся, текстурка. Отлично, спасибо. Куда, дурак, дурной? Полетел. Так, и что у нас здесь? О! Нормас! Живем. А еще, благодаря S Plus, я могу сделать. Почти. Сок. Почти. О, интересно. И это в жопу. Во! Все. Пул. Еп. 160. Неплохо, неплохо, неплохо. Вот такие вот народ дела. Ну а на этом я уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать, ну, конечно, делиться моим видео с своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливо и добра. Всем пока.